Я Богдан Лисевский. Я Илья из команды КВН «Плюшки» имени Ярослава Мудрого. И это проект «Тверь Тим». КВН, может быть, и теряет свою популярность, потому что есть другие проекты. Но народу в Сочи приезжать не меньше стало. Это цель, которая ребят греет и ради чего они и стараются. Собраться с командой и попробовать выступить и проверить, только вам это смешно или людям тоже.